Привет. Привет, как твои дела? Хорошо, твои как? Мои прекрасно. Что-нибудь сыграйте на гитарке. Да, давай. Если можно, по желанию, то что-нибудь из испанских мотивов. Что-нибудь из испанских мотивов? Да. Было бы неплохо. Это прям охуенно было, вообще просто ништяк. Спасибо тебе, дружище. Ну что, друзья, всем привет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Единственное, что хотел бы сказать, это подписывайтесь на мой канал, потому что я вижу, что просмотры есть, но, к сожалению, подписок не так много, как хотелось бы. Поэтому подписывайся. Уверен, что на каком-то этапе жизни вы задумывались о том, что пора бы научиться играть на гитаре, но вы не знали, с чего начать. Попробуйте начать с приложения Timbro. Открываем приложение, выбираем уровень игры на гитаре, и Timbro сам автоматически определяет вектор твоего обучения. В приложении очень много разнообразных композиций, как для начинающих гитаристов, так и уже для продвинутых. Для примера я выберу фингерстайл, задачу 1. Вот такими маленькими шагами вы начинаете переходить от самого низкого уровня к более сложным композициям. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Timbro, скачивай и развивайся. Ссылка в описании. Эту ночь в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю. Прикольно. Сяду в ночью я на коня. Круто, 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 круто. Не, реально, очень классно, очень классно. Привет. Привет, сыграй что-нибудь на гитарке. Давай, что сыграешь? Группу Prodigy знаешь? Да. Thank you.
listen to your heart. When he's calling you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where I'm going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. Ребят, мне очень приятно, что вы смотрите меня в Ютубе. Хотелось бы, чтобы вы точно так же смотрели меня в Инстаграме, поэтому в описании к видео также будет мой Инстаграм. Обязательно переходите, смотрите. Вот, например, последний ролик в моем аккаунте. Обязательно переходи по ссылке, подписывайся, и вообще мне будет приятно. Это что, северный ветер? Ребята. Да. О, давай ты сыграешь. Он давай, же понял, да, что да, давай. Ветер. Я сомневаюсь, что ты мучаешься, учишься. Ты уже хорошо играешь. Ну, пока на этом уровне я играю, да. У меня, конечно, получается лучше на легкой гитаре. Ну, сыграй что-нибудь на электрухе. Прикольно, прикольно. Какая-то церковная мелодия. Мне кажется, скорее всего, чтобы сатану вызывать. Ну, что-то типа того, да. Я закончила эстрадно-джазовое. Я нормально пою. Просто дает о себе знать. А, пивас, пивас. Поэтому не поем на сцене, когда мы под бухичем. Я выпила полторашку уже. Ух ты ж, жестко. Вот. Мы на сцене не поем ни в коем случае, когда мы под бухичем. Даже когда Эми Вайнхаус пела, бухая на сцене, такая «Meet you now, say, at a bar and hey, and all this and this and this and this». Слушай, ты же голоса пародируешь.
А еще кого-нибудь можешь похоже спеть? I guess I need you, baby. Love it on the sea. You when I dream to see your face. It's hard to me. Я не знаю эту песню, но по голосу я понял, что это близко к Бритни Спирс. А, Шакира. You could so die, trust me now. Круто. Мне нравится Шер больше. Шер это, ну-ка. Do you believe in love after love? I can feel some tears and sad. I really don't think you're stronger, no. Do you believe in love after love? I can feel some tears sad. I really don't think you're stronger, no. Вау, у меня реально нету слов, это бомба. Чё тебе сыграть? А ты сколько вообще играешь? Вот даже очень хорошо. Спасибо. Привет, давай бабахай, родной. Охуенно. Красавчик. Сколько играешь? Вообще я играю на самом деле 17 лет на гитаре. А я год только. Год, слушай, но у тебя даже какие-то штучки уже вот эти появляются. Вот, ну там тебя... можно еще что-нибудь такое вот. Слушай, ну за год у тебя прекрасный прогресс. Ну так я, в принципе, сам учусь. Слушай, ты молодец, не бросай это дело, если ты реально занимаешься год, и у тебя вот такие вот успехи. Это
Ну, там год с половиной где-то. Там, так, такое. Ну, в любом случае, старайся, тренируйся, играй на гитаре. А главное, слушай гитару еще, не забывай это. Я хочу стать в группе на всю Россию знаменитым. Ну, там, продюсеры, деньги и все такое. Все серьезно, да? Да, я мечту, я вот в музыкальную школу иду, вот, хочу в музыкальный колледж, потом стать суперклассическим гитаристом, вот там, например, как Артём Дзервоед ездит по всяким странам, там, ну, карьера всякая такое. Слушай, молодец, а сколько тебе лет? 14. 14, да? Блин, молодец, все впереди, правильную музыку слушаешь. Развивай, развивайся. За год у тебя большущий прогресс. Я, честно говоря, даже не верится даже в это. Поэтому у тебя все впереди. И надеюсь, я тебя увижу когда-нибудь где-нибудь на сцене. Где-нибудь ты какой-нибудь соляк из Джимми Хендрикса заиграешь какой-нибудь, не знаю.